Сотрудники госавтоинспекции сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником. Он ежегодно отмечается в нашей стране 3 июля, начиная с 1936 года, когда была образована Государственная автомобильная инспекция МВД СССР. В этом году служба дорожных полицейских отмечает 88-ю годовщину со дня образования. В отделении госавтоинспекции города Муравленко, которое было образовано в 1990 году, несет службу 31 человек. Спектр задач у инспекторов широк, но в приоритете всегда были и остаются безопасность дорожного движения и профилактика аварийности. Напоминаю вам, что даже сейчас, если летний период, обращайте внимание на детей, потому что в жилых зонах у нас большое скопление велосипедистов, да, и пользователей. Поэтому будьте аккуратны, хорошо? Наша основная цель госавтоинспекции является обеспечение безопасности дорожного движения. То есть мы снижаем количество не только правонарушений, но именно аварийности. То есть мы анализируем именно работу, также осуществляем контроль для того, чтобы все-таки наши граждане именно города Муравленко могли в безопасности не только передвигаться, да, но и двигаться по улицам, да, чтобы все-таки не было никаких грубых нарушений. Помимо этого, инспекторы ведут учет транспорта, осуществляют надзор за качеством автодорог, следят за соблюдением правопорядка, участвуют в раскрытии преступлений. Да и просто первыми приходят на помощь, круглосуточно неся нелегкую, требующую постоянного напряжения и бдительности службу. У нас были практики, случаи, когда человеку становилось плохо, и они своевременно оказывали ему помощь. То есть ситуации бывают разные. Блюстители дорожного порядка отметят праздник на боевом посту. Отсутствие аварий на дорогах для них лучший подарок. Коллектив нашего подразделения слажен и целеустремлен. Все сотрудники готовы принимать решения в экстремальных ситуациях. Поздравляю всех сотрудников госавтоинспекции с профессиональным праздником. Желаю всем успехов, мужества, терпения, близких, крепкого здоровья и уважения к участникам дорожного движения. Татьяна Максимова, Эвелина Хамзяева, Руслан Шениязов. Новости Муравленко.